Ребят, всем салам алейкум. Вот сейчас приехал на озеро Тадакуль. Один, кстати. Дима не смог приехать, Юра тоже. Потому что на носу праздники. Кстати, хочу поздравить всех христиан с наступающим праздником. Мира вам. Благополучия всем. Вот, удочки сейчас расставил. Сейчас буду готовить прикормку. Как всегда у нас молотая кукуруза, пшеница молотая. Вот, взял прикормку сухая для карповых рыб. От усатого медовый тоже добавлю. Так что еще? Немного бадьягу. То есть бадьян. Не бадьягу, бадьяга это другое. Бадьян немного добавлю. И я думаю еще добавить немного манной каши для связки. Пока прикормка будет доходить, буду, наверное, уже раскидывать. А в результатах, конечно же, все покажем. Если поймаем, конечно, какую-то рыбу. Место, кстати, замечательное. Погода тоже. Вчера был дождь. Так, гром. Было немного прохладно было. А сегодня погода классная. Много такой штиль. Ветерочек дует. Вот. Ну давайте сейчас начнем. Наверное, уже прикормку готовить. У нас вот кукуруза молотая. Много не будем брать. Будем готовить много. Вот это пшеница. Так, возьмем прикормку. Видно, да, кажется? Кстати, я один, да, что и снимать чуть неудобно, так что я заранее извиняюсь за это. Так, у нас кукуруза тоже такая же есть, вот холка. Тоже добавим. Так, что у нас еще есть? И бадьян, вот. Такой ароматный он, кстати. Рыба от него, говорят, балдеет. Не знаю, насколько это правда или нет. И пахнет он, конечно, шикарно. Да, пахнет он шикарно. Все, начало хватит. Так, у меня еще есть печенье. Вот. Сейчас попробую добавить немного печенья тоже. Молотое. Да, будет от него толк нет, но пахнет тоже хорошо. Лосичка. Надеюсь, видно вам. Сейчас, наверное, чуть манную кашу добавим, чтобы прикормка долго держалась там. Ну, когда с мигрением, у меня сосед тут добавит тоже. А, нам туда слышно. Все, не так. Попозже с соседом познакомлю. Тоже хороший рыбак. Ни одному скучно не будет, я вообще рассчитывал. Буду один, а нет, оказывается, а это еще лучше, что кто-то есть рядом. Даже если будет поклевки, можно попросить на помощь. Так, немного манки. Сейчас теперь возьмем буханку хлеба, намочим и добавим туда. И все, наша прикормка готова будет.
дадим минут 10-15 отдохнуть, и можно будет уже начать забрасывать. Что, ребят, вот, короче, все заправил. У нас все готово. Сейчас буду цеплять и начнем забрасывать. Короче, здесь прикормка на пружинке. 5 крючков. Наверное, это не спортивный, но я и не спортсмен. Я любитель. Попробуем. Прикормка вроде пахнет хорошо, отлично. Ну, попадется какой-нибудь сазанчик. Или сазан хороший. Монтаж, вот прикормка, карабин, скользящий груз, вот бусинка здесь стоит, вот здесь карабин, уже идет шок-лидер и основная леска, обычный монтаж, любительский. Ребят, сейчас все забросил. Вот. Всего лишь 5 удочек. Все на прикормку. Посмотрим, может, после обеда попозже сяду на шимайку или на плотвичку. Если поймаю, то можно будет вечером на судака забросить. До вечера подождем. Если поклевки не будет, то будем, наверное, будем переходить на хищника. Там сосед моего Гиждувана, мужичок. Ну, короче, скучно не будет. Получается, что не один. Машина рядом, все поставили. Вот. Палаточку я все подготовил. Сейчас, наверное, уже время ближе к обеду. Надо будет быстренько перекусить, немного отдохнуть. И дальше будем продолжать рыбалку. Ну что, ребят, я сейчас перешел на тот, на следующий берег. Здесь вот мы его называем логово змея. Змееголов не резится, как раз здесь. Здесь не глубоко. Каждый год сюда все приходят ловить змеев. Сейчас я вам покажу его. Вот эта вся территория. Логово змея. Сейчас еще растений нету, борща, вот только они появляются.
Вот пикнул. Через где-то месяц здесь накроется полностью растением. Вот тогда можно будет приезжать сюда ловить змееголову на силиконовые лягушки или на что-то еще другое. Ну, короче, можно будет поналовить. И самое такое место неглубокое, ну где-то метра два, наверное, где-то по 3 метра глубина. Где-то через месяц мы с вами сюда приедем и начнем ловить змея. А сейчас мы в той стороне, вот тот берег получается у нас. Кстати, я сегодня без микрофона. Звук немного, наверное, качество звука нехорошее будет. Давайте до поклевок. Еще, ребят, где-то 8 час, ни одной поклевки. Я пару рыбешек взял для живца. Там, по-моему, 2 шимайки и 1 плотвичка на нарезку. Посмотрим, или на змея будем бросать. Или попозже, может быть, на судачка можно попробовать. Но сазан пока ни одной поклевки. Ни одной поклевки. Но ночь впереди. Будем надеяться, что будет хоть 1 или 2 поклевки. Подождем. Рыбалка только начинается. Шмайку сейчас насажу, попробуем на судачка, если, конечно, получится у нас. Вот. Немного большой, конечно, но то, что было. Далеко забрасывать не будем. Забросим все по возможно. Сейчас вот была поклевка, все прибежали в соседи. Надеюсь, хороший сазанчик попался, посмотрим сейчас. Теперь оно что как. Сейчас посмотрим реальную поклевку с реальной рыбкой. Ну, поклевка на воздухе нормальная, а? Сейчас его друг подошел уже с пасаком брать. Уже на ноябре. Нижний губанг тас. Да. Попался на нижней губе. На нижнюю губу сел хорошо, он, в принципе. Да. Отлично. Да. Вот жор. Клев начался. Вот красавчик.
Братишка, бей надо с отбегер коньяк. Время сколько сейчас, Салчан? Где-то до Атакамхаста. Вот время 7:00. Поклевка вот первая ночная наша. Вечерняя, то есть. Ну, на полторашка, наверное, да? Да. Дикий сазан. Чудакульский дикий сазан. Всегда, когда приходишь на рыбалку, интересно, соседи что творится. Вот я решили сейчас подойти к соседям, недалеко от нас, метров, наверное, 150, ребята рыбачат. Бегом на бетонный. Вчера, оказывается, они пришли. Сейчас они покажут нам свой улов. Давайте посмотрим вместе, что они поймали. А кто еще на тридака берем коней? Барабанная дробь. Сейчас посмотрим, какой улов у ребят. Ребят, достойный улов, смотрите. Берет, берет, тогда с собой грей малями. Берет, берет. Ого, все это вдруг ты легодевая. Да? Ребят, только ради такого улова можно сюда приехать. А как вам отончи? Ну, да, мама. А как вам? Молодец. Считается, ака. Красавец. Да. Верно. Смотрите, вот такая рыбка. Красота. Это еще маленькая. Вот, достойный улов. Повезло человеку. Вот, красиво поймал. Чанкилоси? Да, я шкилавкилос. Шкилавкилос. Красота, да? А на что взяли? На прикормку? Да, да, на кашу. На кашу взяли? Вот, ребят, туда куски сазаны. Честно, красота. Шапки-то, да? Да, шапки. Это наш новый улов.